Это плохая идея. Это нормально. Итак, всем привет, дорогие друзья, подписчики мои. Всем привет, мои друзья, подписчики. Как вы могли понять со вчерашнего стрима, у нас здесь ярмарка. И я, конечно же, извиняюсь за свое долгое отсутствие, что меня так долго не было на Ютубе. Мы решили вернуться на Ютуб. И хотелось бы пройтись и прогуляться по этой ярмарке. И пойдемте посмотрим. Ребята, и на этой ярмарке я кое-чем хочу вас немножечко удивить, поэтому... Пойдем. Мы будем одеваться в костюм зайца и Алисы. Это плохая идея. Это нормально. Пиздец. Здравствуйте, можно пару слов? Как вам вообще эта вся ярмарка? Все хорошо. Хороший конкурс. Как вам заяц? Заяц понравился? Да. А вам заяц, ребята, понравился? Заяц? Какой заяц? Который здесь ходил, танцевал. Типа вот так? Ну да. Что вы можете ему поставить? 2 дневника. Вот это поворот! 2 в дневник. Я бы ему 1 поставил. Зато я очень красивый. А вы, ребята, что бы вы сказали о зайце? Заяц хороший парень, я с ним поздоровался. Он вот такой. Я просто похлопаю. Это хорошо. Вы подписаны на канал Драбер? Нет. Да ладно. Канал Драбер. Я подпишусь. Да. Молодцы. Я подпишусь. Подпишитесь на канал Драбер. Мой подписчик. Все, пойдем дальше. Пойдем. Можно просмотреть, какие у нас здесь были украшения. Много чего вкусного тоже здесь было. Привет, Кирилл! Ребята, это подписчик нашего канала, самый преданный, самый охуенный человек. Кирилл, скажи пару слов. Пару слов. Очень оригинальный, ребята. Он вчера, в отличие от некоторых вас, смотрел меня на стриме и всегда поддерживал. Поэтому за это Кириллу мы выделяем отдельную большую благодарность. Я имею. Кирилл, как тебе ярмарка?
Офигенная вещь просто. Скупился, все прошло отлично. Просто ты подальше снимай, ты только снимаешь, куда хуй ты, блядь. А тебе, дружище, как тебя зовут? Илюша. Илюша, как тебе ярмарка? Илюша, как тебе ярмарка? Лучше бы ее не было. Если честно. Видите, ребята, у каждого свое мнение. Ребята, спасибо вам за комментарии. Пожалуйста. Пожалуйста. Пусть он подпишется на канал Драбер. Заставь его. Заставь. Здравствуйте. Можно вопрос? Как вам сегодняшняя ярмарка? Хорошо, нам понравилось. Да и вообще вы все молодцы. Не, в натуре класс. Но... Заебись. Четко. Получается у вас действительно. Умеете, могете просто. Как вам конкурсы и танцы с зайцем? Тоже понравилось, нам все понравилось. Это хорошо, это главное. Пойдемте дальше. Здравствуйте, как вам сегодняшняя ярмарка? Понравилась ли вам она? Ярмарка довольно-таки интересная и богата своим как бы обилием товаров различных. Можно все что угодно приобрести. Можно даже, если повезет, можно даже машину найти за 100 рублей. Но мне не повезло, я купил вот это за 500 рублей. То есть даже машину можно было купить дешевле, чем его. Хотя говорят, такой на рынке стоит сейчас 7 тысяч. А я купил его за 500 рублей. Он вроде бы как породистый. Ясно, спасибо за комментарий, мы благодарны. То есть ярмарка вам понравилась? Да. Относительно. Я понял. Все, всего хорошего. Все, Ростик, вырубай.